Ведение документации о приеме на службу или увольнении, оформление отпусков, награждений, присвоение званий. Это далеко не все, чем занимаются сотрудники кадровых подразделений в системе МВД. Галина Викторовна начинала в отделе следствия и уже более 20 лет несет службу в кадрах. Это прежде всего работа с людьми. Работа с людьми, которые к нам приходят как кандидаты, так и, прежде всего, работа с самими сотрудниками. Потому что, как у нас говорится, театр начинается с вешалки, так и вся служба в органах внутренних дел начинается с отдела кадров. Изначально, когда уже приходит гражданин к нам трудоустраиваться на службу, и в течение всего периода времени, в течение 20 лет, пока он не ходит на пенсию или больше, непосредственно мы всегда общаемся с этим сотрудником. На данный момент в отделе окружного управления МВД трудится 17 человек. Работа ответственная, поскольку подбор сотрудников и оценка их профессиональной подготовки тоже лежат на плечах кадровиков. Работа психолога проходит в несколько этапов. Один из этапов – это диагностика и тестирование. Тестирование проходят как кандидаты, поступающие на службу, так и действующие сотрудники органов внутренних дел. Сотрудникам и кандидатам выдаются методики и выдаются методики и бланки для заполнения. Кроме того, важную роль играет структурное подразделение – группа служебно-боевой подготовки. Помимо профессиональных качеств оценивается и физподготовка сотрудников. Прием на службу у нас идет постоянно. Соответственно, требуется на службу как полицейский патрульный постовой службы и офицерский состав. Это следствие, дознание, оперативные дежурные, сотрудники изолятора временного содержания. 12 октября кадровой службе исполнилось 103 года. Свой профессиональный праздник кадровики встречают на посту. Начальник подразделения поясняет, добросовестный труд и дисциплина всегда высоко ценятся. В любом отделе полиции нужны самоотдача и высокая работоспособность. Лучший образец этих качеств – сотрудник кадровой службы. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».